Ребят, с ребенком что-то случится, сидеть в тюрьме вам. Вам и только вам. Вне зависимости от того, кто ребенка не пристегнул. Вот она, грустная расщелина без кэфа. Крайне-крайне грустная. Ну что, посмотрим, что мы тут наработали. Пыры-пыры-пырым-пырым-пы-пы-пырым. Так, 2132. Сделали мы 11 заказов, 2902. Понятное дело, купленная смена. Специально загнал баланс в минуса для того, чтобы поставить цель на сегодняшний челлендж. То есть нам осталось еще ровно треть от того, что мы сделали. Что-то... Ой! Губанова до переулка футболистов. Вот он, тот самый заказик. Ребята, не-не-не-не-не. Такие заказики мы не берем. Вот вы обратили внимание на этот заказик? Такие заказы брать нельзя. В нем не указано количество платной подачи. Ребята, я вам голову на отсечение даю, что там платные подачи рублей 10, максимум 20. Вы, каждый из вас может написать в службу поддержки о том, с какого момента начинается платная подача и как рассчитывается вообще платная подача. Ни один оператор вам этого не скажет. И в оферте этого нет. С такими заказами Яндекс вас обманывает, и брать их нельзя, ни в коем случае. Платная подача только если точка А и Б вас устраивает, либо если вы видите, сколько платной подачи в данном случае, но при этом вы не видите коэффициент. Вот так вот. Не дайте себя обмануть. Егору большой и плазменный привет. Экспо-парк. Лучшие условия для сотрудничества с Яндекс.Еда, Яндекс.Доставка, Яндекс.Такси и Яндекс.Грузовой. WhatsApp 922-116-24-24. Подробности в описании.